Как пожарить семечки солью? Ну, вначале надо будет убрать ненужное, весь мусор, ну, вроде такого, потому что так как солью мы будем делать, мы сейчас их промоем, а вот этот мусор от подсолнечника, если он в воде побудет подольше, да, он горечь будет отдавать. Поэтому все ненужное, весь мусор убрать. Ну, вроде бы и все. А вот еще. Так. После этого промываем семечки. Так, теперь через дуршлаг. Так, и добавляем сюда соли. Ну, тут на любителя, кто как любит. Кто-то, может, больше соли любит, кто-то меньше. Ну, я добавлю примерно чайную ложку, чуть меньше. Ну, так сделаю. Кто-то, может, любит менее соленым. Поэтому поменьше добавит, кто-то побольше может любить, но мне так нравится. Примерно чайную ложку на такой объем. Так, теперь дуршлаг, да? Можно, конечно, не лить масло, если кто-то совсем не любит с маслом. Я налью. Чуть-чуть совсем. Может, кому-то, конечно, побольше нравится. Можете больше делать. Тоже тут опять по вкусу. Так же, как с солью, так и с маслом тоже. Я в духовке делаю, так как есть плюсы, скажу в чем. Ну, например, в том, что эти семечки, они не прогорят. Они не сгорят. Вот духовки, которые. И второе, это не надо мешать их все время. Да, конечно, они подольше будут. Так как температура я выставляю 100 градусов. И по времени, так как мы их промыли, ну, долго будет, наверное, 45 минут будет делаться. В отличие, конечно, от жарки на сковородке. Но, опять же, хоть по времени в 2-3 раза дольше, но зато они не прогорят. Да, и закинул, и я буквально, наверное, 2 раза чисто помешаю, ну, чтобы, да, со всех сторон просохли вначале, а потом они будут жариться равномерно. Хотя это тоже не обязательно мешать, потому что вот на духовке это плюс в том, что можно закинуть и забыть про нее, про эти семечки. Духовку потом дзин, щелкнуло, ну и все готово. Если бы мы, например, их не мыли, а с сухими, да, засыпали солью, то эта соль отвалилась бы. И что делали мы, что не делали бы. Я раньше так делал, знаю, как бы весь опыт минус. Так мы их промыли, сразу солью перемешали, эта соль размешалась,
И теперь уже семечки жареные. Вначале они подсыхают, а потом жарятся. И очень вкусные получаются. Да, тут ставим на 100 градусов, чтобы не сгорели. Да, поначалу, конечно, можно чуть больше, но тоже главное не пропустить этот момент, да, когда они подсохнут. Да, можно просто на 100 градусов, да, и забыть про них. Ну и на 45 минут. И заниматься своими делами. Так, ну все, готово. Так, ну вот они, семечки. Угу, готовы. И солененькие, вкусненькие. Если вдруг будет сыровато, и можно еще поставить. Но у меня все готово уже. Так что приятного аппетита. И не забудьте ставить класс и поделитесь этим видео с друзьями.